Президент республики посетил дошкольное учреждение «Золотой ключик», пообщался с коллективом, ознакомился с условиями работы. Работа идет в штатном режиме. На данный момент приводят в порядок территорию садика, красят лавочки, бордюры. В новом учебном году дети должны прийти в уютный детский сад. Как отметила заведующая, в здании отсутствовал актовый зал. Все праздничные мероприятия проводились в небольшом помещении. Президенту отчитались, что проблему устраняют. Было принято решение сделать пристройку. Здесь и планируют оборудовать актовый зал. Строительные работы на начальном стадии возведены стены. На его кровле на терпсорозико. Чем я их авдот, я его защищен на пустыйство, я его джин. Кровли и окна можно сделать. О, герметические пустырки, она вот уже внутри не работает. Это все равно в этом году, конечно, не получится. В этом году это не получится, только, наверное, кровли. Президент пообещал коллективу оказать содействие в решении проблемы, окажут помощь в строительстве кровли и поставят окна. Двор садика также нуждается в ремонте. В некоторых местах асфальт провалился. По мере возможности решат и этот вопрос, пообещал Бибилов. Пока взрослые думают над решением острых проблем, дети строят дома и садики из конструкторов. Президент пришел не с пустыми руками. Он преподнес в подарок большое количество различных конструкторов и игрушек. Зарина Кочиева, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня.